Крупнейшие сети продуктовых супермаркетов Франции начали многочисленные акции программы лояльности специально для своих клиентов мусульман. Мусульмане Саратова вышли на главный проспект города, чтобы оповестить жителей о наступлении месяца Рамадан. Горожане узнали больше. Женской мусульманской организации «Родник» предложили в преддверии Рамадана угощать жителей Саратова финиками и конфетами, а прихожане с энтузиазмом ее подхватили. Мусульманки приготовили для акции красивые коробочки с изображением Саратовской соборной мечети с надписью «Сладкий Рамадан», внутри которых были финики и конфеты. Мусульмане калифорнийского района Фресно –